и это я. Это не только друзья, но это и учителя мои, колоссальная поддержка, мои дети. Психи – это моя жизнь. Психи – это моя семья. Люди, которые делают мою жизнь ярче, без которых я не представляю своего окружения на данный момент. Очень дружная команда, больше, чем семья, я бы сказал. Хоть у нас бывают большие такие прям рассоры, но в последнее время мы очень сильно сплотились, и мы веселые и дружные. Мой путь в «Дэнсин Психо» был довольно долгим и, наверное, самым тернистым из всех ребят в команде. Без психов не было бы столько знакомых, столько друзей, новых эмоций, которых я бы не получил, не зная всех этих людей, с которыми я сейчас танцую. Если бы плохими или хорошими не были, особенно плохими, я вас люблю. Пусть я с вами не все 4 года, а только 3, это все равно были годы, наполненные счастьем, стремлением делать что-то вместе, участвовать, жить, смеяться. Я вас всех очень люблю. Вместе. Столько смеха, столько слез, столько радости, печальки, хорошего, плохого, сил, нервов, репетиций, взлетов, падений, столько проблем и их решения. И несмотря на это все, мы вместе уже целых 4 года. Стали второй семьей, еще помогли мне избавиться от моей застенчивости. И когда я вернулся, это было такое душевное удовлетворение. За это время я понял, что для меня значит семья, что для меня значит друзья, как это важно для меня, как много они могут сделать для меня, как много могу сделать для них я. И очень рад, что попал именно в эту команду. Психи дали мне понять, что такое дружба. Они классные ребята, потому что они могут делать то, что захотят, то, что нравится им, помочь тебе, даже если у них есть свои дела и проблемы. За эти 4 года очень много произошло. Мы побывали на многих фестивалях. Мы познакомились с очень многими людьми. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Спасибо, кто до сих пор еще с нами. Спасибо тем, кто танцевал с нами. Ребята, я всех очень люблю. Желаю психам развития. Очень-очень много здоровья. Очень желаю вам понимания друг друга. Ну, естественно, любви. Их очень-очень люблю. И те, кто был в психах, и те, кто находится сейчас, вы навсегда в моем сердце. Спасибо, что вы есть. Я вас очень люблю. Психи, пойдем. Спасибо вам за то, что вы есть, были и будете в моей жизни. Я очень вами дорожу. С праздником нас, 4 года! Я поздравляю своих ребяток Дэнсинг Психо с их днем рождения. Им исполняется уже 4 года. Хотя почему? Мне тоже исполняется 4 года. Ведь я Валя. Хочу сказать действительно большое спасибо за то, что они приняли меня в свою семью, дали возможность самореализоваться и вот терпят вот этого вот слюнявого животного, который периодически жрет их всех, включая всех. Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть у меня. Я вас люблю, и с днем рождения нас. Это действительно только начало. И вот это вам еще терпеть. Долго, долго, долго! Я хотел бы сказать, как я сильно люблю психов. Спасибо вам большое. Всех психов очень люблю. И поздравляю нас с днем рождения. Родные, прекратите так часто болеть. Не ругайтесь на репетициях. Ведите себя хорошо, учитесь хорошо, оставайтесь такими же веселыми, теплыми, приятными мне. Когда я с днем рождения. И надеюсь, что еще не меньше времени мы вместе проведем. Психи, файтинг! Спасибо вам за это и с днем рождения, любимые психи! Я очень люблю каждого из участников по-своему. Каждый индивидуален, каждый интересен. Классные ребята. Психи. Пойдем. Я хочу поздравить свой коллектив с днем рождения. Ребят, это наш праздник. Ура! И вот эта взаимная помощь и правда помогает как бы лучше жить.
и понимать, что такое друзья и близкие люди.